Этрики, обновите кулак. Протопал, ты в курсе дела, да? Че покупали там, да? Спасибо. Ну давайте. Чек на пол. Давай я в кухне побуду, че от меня толку не ходил. Да ладно, после этого положись. Давай, Мак, что не хватает? Амнисти. 300 баф дайте, все. У всех все есть, давай, протопал, пей куклу. Давайте быстренько переводим. Выводи с лужи. Не стойте в лужи. Еще чуть-чуть провизии. Давайте бьем слизня сразу. И становимся в звездочку, троненько в звездочку, в сторону звездочки, понятно? Давайте в звездочку. Стали, бьем. Вы сейчас в разные стороны разлетитесь, кретины. Не бегите пока на него. Это добейте. Все. Сдохнет. Нет, сдох. Отлично. Красавчик. Я сдох. А чего они сбежались? Рокстера, поднимите Рокстера. Ну там тяжело было бы тебе добежать. Бля, я сразу покинул, сука. Да, я покинул тело, извините. Раз этот, ресни Рокстера. Шина. Бейте красного. Бейте красного. Ну, по телу можно. Я вес. Быстрее красного бейте, блядь. Почему не бьёшь? Давай. Ты зашел, да, что ли? Пельмени. Давайте, зеленый, введи его под колбу. Ханурэ слово меня в ледяной короне в воздухе, и я упал и разбил. Все эти зеленого стали в звездочку. Давай, блинк. Ладно, бейте, добивайте быстрее. Колбы, осторожно, не стойте у него, вы за него сейчас колбы наловите. Пельмени полетели, смотрите внимательно. Давайте красного бьем. Все бьют красного, давайте. Колбы 2 секунды, протопал, ой, БДК веди. Давайте сейчас переходочка будет. Пельмени полетели. Давайте переключаемся в зеленого сразу же. Навешайте на него дот навешайте на него. Тим на ману рода споешь потом, когда бьете зеленого. Звездочку встаньте. Не бегите пока на него. Пускай я буду убивать, бейте профа. Пельмени, смотрите, осторожно. Сколп ушли. Все, хватит. Все.
забирать? Сколько стаков у тебя ДК? 4. Забирай, просто палку, прорвайся, забирай. Заберите. Колбы ушли, колбы отошли от босса. Стойте перед морлей босса, не стойте за спины, он бьет клюет. Можете не бояться, не волноваться. Ну, ты третьей рукой не бьем, да, вроде? Давайте пояс, на ретрика кота. 2 хила захилили, нормально. Можно теперь 2 хила ходить. Куда красава. Я хотел дух снять, а вместо этого тело покинуть. Давайте, печенька покорителя, маг, друид ДК там. И завоеватель печенька. Отлично, все, побежали на совет. Я смог купить это. Может, туда сейчас на совет, да? Хазрак Кашам отойдет на минуту, потому что нехерово, что шая проветрюсь. Я вам теперь не спрошу на всякий случай на хила, на трэш. Раз. Танки здесь. Танки здесь, хилы тут. Да, хилы здесь тоже. Все, погнали. Чек. Убейте сначала этого писюна рослого. Ну, сделаешь хорошо. У тебя единственный квест остался, да, и леди Синдра, да? Ну, хорошо. Можно осколки в Лутлайву поставить? Ты не стоишь еще? Нет, я только вчера к вам сделал. Да, я уже собираю, да. А, хорошо, сейчас поставлю. Бля, сколько просил на осколк меня поставить? Кого ты просил? Варен просил, ДКшку просил. Кого ты просил? Редус, где стольные оковы? А, Редус, пауки. Потом напишешь мне, не тифпэм поставлю на отход. Я чё, там соло хили? Да, да, соло. Без шамана. Там ещё Холи Приз подхилил 10 тысяч. Да, да, подхилил, только его в контроль взяли 2 раза. Ну, пыль бы поднялась немножко. Виталий Кун, ты там что, в ДД-шмоте? А, ты даже не танк. Ты думаешь, что тебя так прошибает? Ты хоть за агросовым следи. Ну, можно сказать, и танчу. А контроль уже контроль. Все, давайте, смотрите, присты раскидываются, контроль, паладины могут изгнанием зла кидать. Давайте там. Бейте командира. Теряйте там этого тактика, не забывайте, обновляйте.
Сзади тактика. Давайте бьем тактика. Иди его сюда. Становитесь кучнее, чтобы он по рейду не прыгал. Будет проще бить. Давайте там, ширяйте сразу. Что это грохнет? Танка снесли. Осторожно, так. Опа. Поднимите танка. Шанон, подними танка. Нужно отойти на совет. Давай. Шо? Рудеус, я тебе чей скинул временно, после рейда с ним, что ты мне своим аддоном в ПМ спамишь. Причем не раз, а по три раза подряд. Все, врезь эти павших, никуда дальше не агрите. Ничего спамить-то хоть. А, пардон, то был Рокстар. Мне показалось Рудеус. Да, и мне. Че он спамит? Да спамит вовсю по две строчки подряд, что стамины нету. Какая беда. Да, короче. Он беспокоится о тебе же. Так не мне, ну, это на танке, типа, бэрнули во время боя, на нем нет стамины, какой кошмар. А-а-а. Погнали дальше бить. Да подожди, маны нету, маны. Тому стамину и не давал, потому что маны осталось 2к. Дайте по ДК, Годи Боб. Слава, дай Боб ДК. Отлично. Диван надо было сразу брать. Давайте фулл баф и начинаем. Отпейте ману. Что, я на одном? Да, ДК на двоих, протупал на одном. Oh.
Давайте рыбу жрем 10 секунд. Все, хилофон есть, погнали. Сейчас дайте полный баф. Хант волка вызовите, не забудьте. Просто баф дайте. А нет, все есть, просто баф. И кулак по себе дайте. Кулак друидом там владели. Ты там вот нажми на ебаного келеса, что ты делаешь? Он на мне, блядь, где-то. Отойди дальше, отойди далеко. Далеко отойди, спиной, не спиной беги, повернись мордой и беги. Далеко. Дальше еще, блядь. Тот на ком два босса, отводи их дальше. Куда мы пойдем сейчас, к воротам отводи. Чтобы сферы все заклеили. Собирай сферы, покупал. Сразу время трубой начинается, сразу это сагрил его и сразу убегаешь. Не спиной, как ты убежишь, а переворачиваешься мордой и убегаешь далеко. Кинетику подбивайся. Бейте кинетику, что упадет прямо над нами. Да я убиваю еще. Да я просто нервничаю. Телесеты давайте бейте, осторожнее только. Теперь вы видите, насколько мы сильны. И прольешить, вот она. Чё за хуйня? Я активного босса бью. Давайте спину цели, 2 секунды. Давайте, Талдуарам убьем. Кинетики все над нами, там бейте, три штуки. Кто-то вон люкает у тебя. Да ты мало дебил, блять, я уже сейчас пищу. Филипец, что ли? Да, именно. Ужрался вчера скотина, блядь, на сегодня выжрал. Отведи от вихра. Отойдите от вихра. Это отходники, что ли? Да, видимо. Вчера сижу, посмотрим кино там, да. Смотрю, Филипец уже на сегодня снова выжрал, ну ёпта. Таун. Давай, забери все там. Луанара бьем. Вихрь 3 секунды, разбежались. Набираем дистанции. Все, дальше продолжаем бить. Это если что, кинетик упал. А, я понял. Сейчас будет вихрь, да. Так, все. Мы немножко потеряли бойцов. Так, чего вы дохнете, блядь? Могучий вихрь. Давайте кольцо. На кастер скорость, меткость. Три души засчитало, да? Так, кто там? Кал к следующему, да? По осколкам. Давай, хорошо. Это я просто так кинул, Ардесар. Давайте, та, на мейн, та, плащ танковский. Эта грудь никогда не падает на хила, пипец. Даже на друиде нету этой груди. Контрольчик кого нет. Давайте, внимательно, тут, очень максимально, серьезно собирайтесь. Там паладины покаяния, там гнев, ой, это... Изгнание зла. Друиды, там красавчик, блядь. Сухо не бейте только сейчас. Зато это. Бьете куровенный, это сов касается звездопадочки. Дети, как баба здорово калите, блядь, прям. Давайте там, фиряйте ее. Давай, стан, где-то небес там, блядь, там в ДК войско, там все. Ожидал, сука, да, ёбаный. Все, дома попрыгайте, блядь.
Да заряд рекодрайв, все нормально. Остается только капли и спасение давай. Что из-за бабла камень вообще не было? Что ты говоришь? Этот моб по аристократу был вообще раньше? Что-то не помню. Сука, аристократ, бля. Убивайте тактику там. Второго тактика. Так, погнали. Дальше. А, ресницы двух писюнов. Ой. Пускай бегут. Там ешь кому. Кто мне подсказывает, что на лесе у нас будут проблемы? Ладно, нет. Будет там проблем никаких, что-то. Вы посмотрите, на принцах мелики агро рвали и умирали все. Потому что они били этого мобов. Они ну, да, били Келесета. Так и что до этого, как только пульнули, уже улетели. Ну поешь там улетели. Или что вы сразу в банк кладете? Давайте, тут тоже контролим. Ладно, точнее, можно просто залетать. Так, это. Сейчас будет квест сделать у нас человек. Ты там спекайся от танка, все дела. Сейчас расскажу, что делать. Бахмут. Давайте станы, кольцо холода, маги, там все, что мы не бегали. Так, все, внимание, звездочка у нас делает квест. Вот. Давай, звездочка, одевайся, спекайся в танка. Спекайся в танка, одевай. Щит бери, грань в руку. Грань в руку возьми. Не... Если у тебя ДД пух, а ты не можешь взять грань и щит одного. Спекнись обратно. Да. Фекайся. Ну просто в фурике, понял, с двумя пушками. Танкошмоте. Все, отлично. Значит, звездочка бежит в БДК, ловит зеркало, отходит в сторонку потом. Потом протопал подходит, ловит зеркало. Кто сорвет первый, кого укусит леди первая, нужно будет укусить звездочку, короче. Звездочка должна сделать 3 укуса. Здесь все понятно. Давайте чек на пул. Серега отошел. Никто сразу не бежит, пока звездочка не словит зеркало. Так, Родеус, что такое? Сейчас, подожди, дай ему спекнуться в ДЦ. А, давай, давай, спекайся, братишка. Так, все, погнали. Давай, БДК с фуриком, пошли. Никто не бьет сначала, никто не бьет. Давай. Все, сладил зеркало, протопал бей. Зачем таунтишь? А, просто зеркало. Подходишь и бьешь, не надо таунтить. Пиздец, два зеркала сейчас. Хилить еще? Танка укусил. Кус вампиром и просвещенный. Танк. Это охуенно, блядь, просто очень дебил. Короче, просвещенный, укучишь звездочку, понял? Не надо таунтить, нужно просто подойти и бить, начать босса, у тебя появится зеркало. Запомни это. Сейчас будет пакт, нужно сбежаться, сбежались. На том зеркало еще одно.
Сейчас будет тень. В лужу нужно будет ее вынести вправо. Давай, Хан, понес там, красавчик. Отойдите от него. Отойдите от него. Да. Нихуя себе красавчик. Цезар, ты пьяный? Кидай этого. Че он там хуй нарисовал? Почти. Да кто там нарисовал? Я, блядь, не вижу, сука. Давай, Гильдаль, ты в точку побежал. Делайте скрин. Я не вижу, чего там это. Что там базарить? Дорисуйте там, немножко осталось. Дорисуйте хуй. Так, давайте, сбежались. Бежались, хуй, давайте. Сейчас будет внушение страха и тени. Киньте антифир на того, кого кинули. На орду кинули там тень, антифир кидайте. Все, давайте. Сейчас нужно набрать максимальный рейндж. Плохо, что уже в центре. Вышли с центра все. Берите рейндж. Жмем дефобилки свои все. Рокстер, дай гимномана потом на хп. Так, просвещенный, сколько ты сделал укусов? Два. Два. Так, еще 40 секунд, отлично, нормально бьем. Красочка еще кусить. В чем тут просвещенный? Ой, блядь. Фурик, сколько ты сделал укусов? Два он сделал, да? Пацаны, я сиськи нарисовал. А, один укус сделал. Я понял. Тебе соски надо еще. Два, 14 секунд, у тебя сейчас укус. Кусай кого-нибудь там, кого там, видишь, там, кто в дамаге, кто подходи к нему, кусай. Или куси ШП какого-нибудь, он укуси Гильдаля, или Срулю укуси. Я уже укус. Все, захиливайте этого вара. Так, еще. Еще 48 секунд, я понял. Ну, вот пиздите, пиздите. Сейчас глыбы говорят, пойдет, маска себя уничтожит. Так дамажил, так дамажил. А тут будем или нет? Да пока, дети, давайте. Давайте, все набрали ренжу. Маны нету, хули просто. Так, залейте гимна ману, читайте гимны ХП, осталось 15 секунд до укуса. Давай, Вар, выбери цель, которую ты будешь кусать, подойди к нему. Только не хила. Ну да, хила, пожалуй. Конечно. Во, меня укуси, я вот стою, видишь, рядом с тебя. Во. Кусил? Нет. Все, он отлично. Укуси, ударь гранью в эту леди, тот самый. В эту лану. Че, все можно? Ну и все, и добивайте. Да, давай, Гера. А какой не надо? Да уже вот так убьем. На треш оставим Гера лучше, может быть. Все, так, пучина выпала, ролим. Саранит выпал. Прикольно. Че, пучина никому не нужна? О, пан, отлично. Защитника. Уж с ханкой плохо делился. Покоритель нужен кому-нибудь? Ручу летела ледяную корону на парашюте, нахуй. Трися, куда ты полетел на парашюте? Мне тоже как-то улетал. Смотрю, такой он полетел куда-то вниз. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Че, шкаф не тыкнет никак? С руля там как дела?
Нахуя шкаф тут дойти-то пешком, хуйня? Так я сейчас зайду в инст, портануть к вам и все. Давайте там, собирайтесь. Хилы, главное, смотрите, чтобы были. Прикнитесь там, никого. 3-4 хилы. Да, хорошо. Отлично, все. Так. Тыкайте, алло. Тыкайте на портал. Серега, ты здесь? Ну, сломался, значит, здесь. Так, отлично. У нас еще 25 хм, да. Да, давайте мы побырку добить. Все, погнали, танки. Танки хилы, короче, все, готов. Чек на пута, на ПК. Все, хилы здесь, танки, давайте, начинаем. Давайте, тогда бьют звездочку. Милики не подходят сюда. Милики бьют. Милики бьют кружочек. Петов только не отводить туда. Приступ там пошел, блин. Добейте звездочку. Забейте тут льда, эту бабу самую. Жалкие создания, умрите! Что я наделал? Нет! Он тут охотница призывает или воительница? Носительница смерти. Бейте, прочитайте. Все. Маны нету. Давайте, быстрее добивайте, блядь. Быстрее с гимном он говорит, что ли. Да толку от того гимна. Ну, в смысле, гимна, гимна. Давай, заливайте маму, читайте гимн, да, хватит, какие. Ну смотрите, у нас тут люди стоят там очень кашки, да. Три следа ходит. Давай, БДК, врывайся. Все, не врывайтесь, вытаскивай протопал потом по одному ногу. Протопал, точнее, врывайся, БДК вытаскивай по одному ногу. Сидьем этого. Звездочку.
Все, кто ушел? Давайте, ладно, уебьем, уже закинем. Вчера взяли вроде. А вы о ком? Какой-то, блядь, неадекватный. Друг Дагера. Мне подкрепление. Какого Ягера? Он говорит, возьми, говорит, я Ягер. Давайте, все свои прожимочки отдаем, дамажим. Я взял, говорит, а он мне пишет прям, возьми этого паладина в гильдию. Я не помню, какого паладина. Хуйню кто-то пишет. Сейчас я покажу. Капитанов, идите под босса. Если никто наверх не поднимается, пока не добили. Все, пошли наверх. А, Калк, Холипала. Все, короче, в хилов спекаются, кто может. Поставь себе джерси. Так, братишки, все, все ману отпили, давайте чек на пул. Крест по хантам, кто кресты баф. Давайте, летайте все. В порталах летайте все за звездочкой. Пристабаф, лапу. Пристабаф, присты. Ну чего ты такие активные? Айнтай. Усиление магии не забудьте кинуть на вальку. Маги. Так, все, все вроде есть, погнали. Давайте, братишки, пошли, пошли, пошли. Давайте, бьем подавление, он подавлитель выходит, видите, нужно их срочно убить. Подавители, да. Когда подходят, они начинают вот сразу славу. Они идут, такой гнев небес дал им, понимаешь, такое, что маги, кольцо подбегаете, кольцо холодом юзаете, чтобы они не дошли.